25 км в час. 25 км в час. До 20 км можно разбиться. В зоне внимания мотоциклы, велосипеды и другие двухколесные средства передвижения. В летний сезон на дорогах их становится все больше. Для профилактики несчастных случаев инспекторы Одинцовской госавтоинспекции провели профилактический рейд «Веломотоскутер». На территории городского округа проводится регулярно операция «Мотоскутер», и сегодня в том числе выявляем административные правонарушения в области дорожного движения. В данном случае сегодня нам досталась мототехника, это квадроциклы, скутера, питбайки, мотоциклы. Несоблюдение скоростного режима и правил маневрирования, а также несовершеннолетние водители за рулем мототехники – таковы наиболее частые нарушения на дорогах, отмечают инспекторы. За это предусмотрено административное наказание в виде штрафа. Поэтому, чтобы не допускать дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесной техники, важно соблюдать все правила безопасности и не пренебрегать защитной экипировкой. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».